Добрый день. В последнее время у многих пользователей YouTube возникли проблемы со скоростью воспроизведения. Качество падает в видео, и не всегда возможно даже посмотреть при плохом качестве. Так вот, для компьютеров на Windows есть готовое решение, программы, которые позволяют обойти эти технические проблемы. Для пользователей Linux требуется ввести некоторые команды. Собственно, мы их давайте и введем. Итак, копируем команду, указываем путь. Так, вводим команду относительно вашего компьютера. У меня 64. Как можете обратить внимание, команда Zero не найдена, поэтому ее нужно установить. Поэтому берем и устанавливаем, копировать, вставить, устанавливаем. Для этого потребуется, конечно, ввести свой пароль, каждый вводит свой. Ждем установку. Процесс установки заканчивается. Итак, установлено. Еще раз вводим команду. Запускаем саму программу. 5 секунд. Угу.
и наслаждаемся интернетом. Но чтобы заработал браузер, нужно зайти через командную строку. Я предлагаю, например, зайти вот так вот. Всем спасибо. До свидания.